Всем привет! Добро пожаловать на канал «Неврозы Мегаполиса», и сегодня вы опять в моем кабинете. Меня зовут Алексей Красиков. Сегодня мы будем говорить с вами о таком частом явлении, опять же по просьбе моих подписчиков, о страхе сойти с ума или о приближающемся сумасшествии, или о том, доведет ли невроз до сумасшествия и вегетососудистой дистонии до сумасшествия, потому что некоторые категории граждан кажется, что они вот-вот сойдут с ума. И единственное, что их спасает, это то, что они успевают что-то проконтролировать и как-то себя взять в руки. И из этого они исходят, и вся их жизнь превращается в одну сплошную «Mein Kampf», мою борьбу за историю про то, чтобы не сойти с ума. Давайте разбираться. Итак, с чего же мы начнем сегодняшнюю небольшую лекцию по этому вопросу? Мы начнем ее с того, откуда вообще берется невроз. Давайте возьмем это. Мы понимаем, что невротические расстройства – это эмоциональные расстройства, которые переполняют определенным образом человека и потом актуализируются те или иные состояния. То есть наши пациенты в большинстве случаев никогда не боялись сойти с ума. Они об этом особо сильно не думали, во всяком случае об этом не задумывались. И вдруг какой-то момент, например, у человека, ну я сейчас возьму реальный случай, рождается ребенок у женщины. И до этого момента она могла отмечать какие-то вегетативные состояния, но актуализация страха сойти с ума начинается после рождения ребенка, предположим. И она начинает бояться причинить вред малышу, или она начинает бояться потерять над собой контроль. Другой пациент устроился на работу, и там у него, или поступил в институт, и у него там начинаются страхи, а вдруг он сойдет с ума и так далее. Другие пациенты исходили из того, что у них были панические атаки, они начитались в интернете про неврозы, потом где-то они вычитали, что это может обостриться в психоз, и вот они боятся. Итак, давайте запомним первое. Неврозы – это обратимые расстройства эмоционального генеза или происхождения, которые актуализируются благодаря тому, что в вашей жизни преобладает огромное количество подавленных, неосознанных обстоятельств, которые вы интерпретируете определенным образом, а именно тревожным, безвыходным, неопределенным, угрожающим. Так вот, если коснуться именно страха сойти с ума, что это за метафора? А это метафора. Давайте оговоримся, что от невроза с ума сойти невозможно. Миллионы, миллиарды людей страдают теми или иными невротическими заболеваниями, но что-то как-то еще никого не госпитализировали. Но давайте подумаем. У воспаления аппендикса, червеобразного отростка кишечника, есть определенные риски при неправильной диагностике и неправильном введении пациента, переходящие в перитонит и в разливной перитонит, что чревато сепсисом, заражением крови. Поэтому при первых жалобах врача, при первых жалобах пациента на область живота, даже при малейших сомнениях, при негативной диагностике при пальпации и прочих симптомах, все равно принято госпитализировать в отделение хирургическое для того, чтобы провести дополнительные исследования воспалительного процесса, ультразвуковые исследования и прочие исследования, чтобы на всякий случай предупредить воспаление аппендикса, потому что есть определенный процент, небольшой, слава богу, но есть процент смертности и так далее, чтобы не упустить этот момент. Но если неврозы бы, панические атаки, ОКР и прочая масса невротических расстройств переходила бы в психозы, а именно в сумасшествие, то уж естественно за годы практики во всем мире бы принято было госпитализировать человека при первых симптомах или уж подавно хотя бы при повторных. Но что-то этого не происходит. Что вам говорят врачи скорой помощи и прочие специалисты? Не морочьте нам голову, выпейте валерьянки, я даже к вам не поеду. Конечно, это не есть хорошо, и это не совсем корректная форма поведения врачей и общей практики, но тем не менее, годы практики медицины говорят о том, что неврозы не могут перейти в психозы. Более того, это доказано математически, социологически и научно. Именно поэтому это невозможно. Но наших пациентов это не успокаивает. Объясню почему. Их это не успокаивает только лишь потому, что они переполнены тревогой. Причем тревогой не столько базово по поводу сумасшествия, это вторичная тревога. Сначала они переполнены, как правило, тревогой, касающейся нормативности. Они переполнены тревогой, то, что я назвал ответственностью.
Они переполнены ответственностью, причем гиперответственностью за свою жизнь, гиперответственностью за то, какая она мать, гиперответственностью за то, какой он муж, отец, гиперответственностью за семью и гиперответственностью за прочие факторы, которые вы сами себе придумали. Неплохо быть ответственным человеком, неплохо быть хорошей, как говорил Винникот, достаточно хорошей матерью, неплохо быть ответственным сотрудником. Но уж явно плохо перебарщивать с уровнем невротической ответственности. И вот именно пациенты, которые боятся сойти с ума, в 99,9% это гипертрофированные пассажиры, которые не дружат с гиперответственностью, а точнее дружат с ней и очень хорошо. Конечно, с точки зрения когнитивной терапии это перфекционизм. Так вот, у людей, которые переполнены ответственностью, переполнены гиперответственностью, метафора «сойти с ума» – это и есть тот выход из берегов под названием «я не смогу быть хорошей матерью». Если вы сойдете с ума, задайте себе вопрос, что будет, если вы сойдете с ума? Вы не сможете ухаживать за ребенком, вы не сможете посещать работу, вы не сможете купить то-то, вы не сможете добиться того-то, вас осудят родственники, вас осудят друзья, вы не сможете доказать друзьям, окружающим и самому себе, что вы что-то представляете, и вообще вы молодец. То есть, проще говоря, страх сойти с ума – это метафора. Это метафора, которую вы сами себе выдумали со словами «кажись, я схожу с ума», потому что сойти с ума для вас является крайней формой нереализации тех стратегий, о которых я говорил выше. Теперь давайте кое-что немножечко ближе к терапии. Что тут надо делать и что тут надо понимать? Здесь надо понимать следующее. Как вообще образуется страх и как вообще образуются вот такие фиксации? Давайте возьмем пример, который я очень часто привожу своим пациентам и зрителям канала. Вот перед вами лежит змея. Давайте предположим, что вы не знаете, что это за змея. Вы будете опасаться. А вы будете опасаться, потому что ваш мозг интерпретирует змею как опасную. Потому что у вас возникают в голове аргументы. Это может быть ядовитая змея, и если она меня укусит, будут такие-то последствия, угрожающие моей жизни. И это логично. А теперь представьте себе, когда вам говорят, что эта змея не ядовитая. Ну, скажем, это уж. Ваш мозг начинает понимать, что у ужа нету ядовитых желез, которые выделяют секрет и выделяют яд, и вам безопасно. И вы уже можете эту змею крутить, вертеть в руках как угодно, хотя по большому счету это та же змея. Но вы не интерпретируете ее как опасную, поэтому страха у вас нету. А вот если перед вами положить кобру, ваш мозг сразу интерпретирует это естественным угрожающим образом. То есть суть заключается в том, что вы боитесь не змеи, а вы боитесь тех аргументов, которые у вас есть. Потому что если положить кобру и ужа рядом, по большому счету для вас никакой разницы нет. Разница только в том, что вы будете наблюдать, кто из них куда пополз. Вот и все. То же самое касается со страхом сойти с ума. Вот сейчас внимательно меня послушайте. Если вы интерпретируете невроз как возможность перейти в психоз, вы наполняете себя страхом. Если вы интерпретируете панические атаки как возможность сойти с ума, вы себя пугаете. Если вы в целом интерпретируете свое состояние как возможное к переходу в психотическое состояние и в сумасшествие, вы поддерживаете уровень тревоги. А затем вы делаете вторую ошибку. И эта ошибка называется over control или сверхконтроль. У вас есть логика, которая работает так. Если я могу сойти с ума от панической атаки или я могу сойти с ума от невроза, значит, надо как-то это предупредить. Логично? Ага. А как предупредить? Надо контролировать, насколько я хорошо вижу, насколько я слышу или не слышу голоса, насколько я правильно себя веду, а насколько я в контакте здесь и сейчас. И вот этим гипертрофированным вниманием вы создаете повышенное напряжение, которое так или иначе начинает проявляться вегетативно, что вас начинает пугать вторично, что вот-вот подстигает вас сумасшествие. И третье, что вы делаете, это вы себе придумываете какие-то танцы с бубном, как обезьяна с гранатой, которые якобы защищают вас от психозов. Ну, например, кто-то начинает бежать домой, потому что дома
с ума не сходит. Кто-то начинает еще что-то делать. В общем, так или иначе, вы сами себе придумали, сами себе испугались. И я повторю. Первое, что вы сделали ошибку, это вы синтерпретировали, что это возможность перейти в психоз или это симптомы психоза, что является категорически неверным. Второе. Вы стали контролировать свое состояние. А точно ли я не схожу с ума? У меня была клиентка, которая говорила, которая в процессе терапии выяснила, что она занималась сверхконтролем, потому что ей казалось, что она проконтролирует подход психоза, проконтролирует приступ сумасшествия и вовремя справится. Ну и третья ошибка – это то, что вы придумываете себе какие-то ритуалы или какие-то танцы с бубном, как я уже говорил, для того, чтобы вовремя остановить волну сумасшествия. И вы в это верите, господа. Поэтому, если вы хотите справиться с этим вот состоянием, тут я вам порекомендую следующее. Исходя из моей 7-летней практики, вот рассказывать вам про вот эти ошибки – это хорошо, и многим это помогает. Но есть пациенты, которым это не помогает. Объясню почему. Если вы вспомните начало этого видео, то я говорил о том, что многие наши пациенты базово боятся выйти за берега. Поэтому им надо работать не с тем, как они боятся сойти с ума и с этим контролем. Конечно, это прорабатывать и проговаривать необходимо. Но необходимо закладывать в психотерапию, это сейчас специалистам, которые будут смотреть это видео, а они все его смотрят. Надо закладывать в структуру работы с человеком расширение допущения. Давай предположим, ты сойдешь с ума. Как ты к этому отнесешься? Давай предположим, о тебе подумают плохо. Как с этим можно поступать? И так далее. То есть, если мы сможем, сейчас мы берем теоретическую базу, разработать в человеке уровень допущения о том, что он может сойти с ума, и он скажет, да, действительно, было бы неплохо, если бы я не сошел с ума. Неважно от чего, там кирпич на голову упал. Но я прекрасно понимаю, что гипотетически может быть всякое в этом мире. И мне, конечно, будет жаль. Но я... И вот тут начинается рациональное принятие. Плюс к этому мы говорим о том, что это невозможно, что это всего лишь страх. И выцепляем главный страх. Например, этот главный страх не присутствовать в период взросления детей. Или это главный страх не увидеть, не добиться каких-то результатов в жизни. И вот туда надо работать. И если человек начнет более рационально воспринимать вот эти жесткие убеждения по поводу не увидеть взросления детей, что подумают плохо о семье, что осудят, это недопустимо. Вот если тут эти клещи разожмутся, удивительным образом у него пропадет страх сойти с ума, потому что он больше им не управляет. Человек не может бояться того, к чему он относится более-менее допустимо. Конечно, эти люди всегда останутся ответственными. Они не смогут стать безответственными лодырями. Они всегда будут ответственными мамашами, они всегда будут ответственными сотрудниками. Но пик и планка этой ответственности снизится до той степени, которая не будет создавать вот эти иллюзии и вот эти гипертрофированные страхи. А этого более чем достаточно, чтобы вернуть качество жизни человеку. Спасибо, что посмотрели это видео. Подпишитесь на канал, поставьте лайки и прокомментируйте. Я буду очень рад. Спасибо, до встречи.